Всем привет! Мне пришла посылочка такая. Сейчас я ее буду распаковывать. Ну вот мои яблоньки пришли, которые я заказывала. Это белый налив. Вот так вот. Вот это вот в коробку не помещалось. Обрезали или обломали. Вот. Ну почечки вроде бы есть, открываются. Вот, я хочу посадить их вот на это место, потому что там как-то мне не хочется, а здесь вот такая земля здесь хорошая. Вот. В общем, хочу вот здесь, вот для этого забора посадить деревья, они не будут мешать. Вот сейчас займусь этим. Вот. Открою корни, посмотрю, посажу и буду поливать. Вот я развернула вот такие корешки, молоденькие, новые, вот корешочки пошли. Еще вот основной корень и вот такие вот молоденькие корешки. Сейчас я сначала посажу, потом второй открою. Вот. Ну вот так вот я посадила. Наливаю воды, хочу ведро воды вылить. Вот. В общем, почечки вроде бы зелененькие, открываются. Вот. Ну, будем надеяться, что примется. Здесь земля хорошая, с песком. Так, все, я хочу, чтобы она росла. Вот, как природное земледелие. Тут вот малина рядом, тут шиповник, тут цветы. В общем, вот так я хочу, чтобы они у меня росли. Вот здесь вот опять шиповник. Вот я вырыла ямку. Сейчас еще немножечко тут порыхлю. Вот, и в общем, раскрыла. Вот я второй корешок. Вот. Ну, в общем, вот тоже корешки новенькие вот пошли. Ну, мне кажется, примется. Хорошие. Хорошие росточки. Вот. Я хотела белый налив. Вот еще. Ой, выписала еще абрикос, но абрикос не закончился. Вот. Ну, хорошие деревца. Будем надеяться, что они примутся. Вот. Не знаю, здесь вот как-то зелененькие, не зелененькие. Ну, вроде почечки открываются, но там уже вот зелененькие. А здесь... Ну, они это... Вот вроде вот открываются. Ну, посмотрим. Будем надеяться на лучшее, конечно. Вот. В общем, вот такие корешочки уже пошли. Вот. Сейчас буду сажать. Вот. Ну, мне то деревце больше нравится. Там прям уже открылись почки. Ну, кто его знает, посмотрим, как пойдет, как начнут расти. Вот, посмотрим. Там прям зелененький, но здесь вот не очень-то. Дома темно, не видно. Но почечки не сухие. Вот, ну, я думаю, пойдут, будем надеяться. Ну, вот я посадила второе деревце. Вот такой вот. В общем, выкопала я шиповник. Вот, куда-нибудь надо засунуть или выкинуть. У меня полно вон шиповника. И слива там вот выросла. Еще одна вон слива растет возле забора. В общем, не знаю, посмотрим, может, ее уберем. В общем, вот так вот у меня растет. Сейчас 18:00, 6 часов вечера. Вот сегодня к вечеру вот такое солнышко. Весь день было пасмурно, прохладно. Вот к вечеру такое солнышко. Я в теплице. Помидорки вот у меня так поднялись вроде бы. Я их поливаю. Сегодня опять поливала. Вот. Я высадила арбузики. Вот. Кукуруза так наша сходит. Рассада стоит, как солдатики.
Вот. Маленькая, правда. Ну, посмотрим, может быть, будет расти. Вот прям, не знаю, видно, не знаю, нет. Солнышко светит. Ну, вот так вот мои арбузики. Значит, 5 штук тыник и арбузики. Я посеяла еще. Я вот их закрывала на ночь ведрами. Вот так вот я посадила их. Я посеяла еще дыньки вот в редиску, где у меня редиска растет. Я посадила, вернее, посеяла чуть тут вот кое-где. В общем, дыньки, которые мы кушали, я оставляла семена. В общем, если вылезет, будет расти, значит вылезет. Нет, значит нет. Но еще ничего не видно. Вот. По-моему, вот здесь где-то копала. После дождей ничего не видно. Вот. Ну, в общем, я сажала, подсаживала дыньки. Такая редисочка, но пока еще. Вот, вот она какая. Еще маленькая. Вот. Сейчас надо будет края закрыть. Я вот там оставила один край. И там, где помидорки, один край оставила. А то вот солнышко, то и целый день пасмурно. С утра было солнце, потом опять пасмурно. Вот сюда я сеяла дыньки. Расковырять, что ли, посмотреть. Есть что, нет. У меня семян там полно. Нет, это трава какая-то. Вот. Ну, вот они даже не на... Мне надо было их замочить, потом сажать. В общем, сухенькие. Ну, не будет я... Не будет я их это... Капусту сюда посажу. Вот. Ой, комары уже вылезли. Вовсю кусаются, летают. Надо бежать домой. Ну, всем пока-пока.